Отчет об исполнении в прошлом году регионального бюджета рассмотрели на заседании правительства Тверской области. В 2023 году сохранена многолетняя тенденция увеличения доходов областной казны. Они составили 106% от запланированных. Это 114,5 миллиардов рублей. При этом рост собственных налоговых и неналоговых доходов региона составил 120%. Было обеспечено более 77 миллиардов рублей налоговых поступлений. Основную долю налоговых доходов консолидированного бюджета составляют поступления от внебюджетного сектора. Обрабатывающих производств предприятий сферы торговли, обеспечения газом и электроэнергией, транспортировки и хранения, деятельности в области информации и связи, финансовой и страховой деятельности, сферы строительства. Безвозмездные поступления из федерального бюджета, фонда развития территории и бюджета города Москвы составили почти 30 миллиардов рублей. Наибольшие объемы выделены для сфер дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты и демографии, ЖКХ. Прошлый год, несмотря на то, что он был достаточно сложным, прошел в итоге завершен успешно, да, исполнение бюджета Тверской области показало уверенный рост. И это создает хороший залог и на текущий год, и на последующие годы. Соответственно, поскольку задач новых перед нами всеми сейчас стоит много, то сбалансированность бюджета и уверенный рост доходов – это основа того, чтобы с этими задачами справиться и успешно их решить.